Какой кринж. Но это же Капкат, ё-моё. Да. О, блять, кринж, чел. Вот если бы я исполнял, тогда бы это еще куда ни шло. Вот тут прям все, отправляемся на Вьетнам, покорять ледники, все. Угу. Слушай, а если мобильный включу? Вот так, ну, вот. Ну, должно быть получше. Связь, наверное, получше будет? Не знаю, две палочки всего. Ой, нет. А, нет, все нормально вроде. Он этих долго игнорит, наверное, шла другого. Ну, получше, кстати. Мне просто Wi-Fi до отсюда не достает. Это в каком симуляторе выживания игру твой персонаж сделали? Что за хуйня, блядь? Зачем ты это смотришь? Не знаю, я жду что-то. Так это просто примеры. О, понимаю. Кит зажигает, кит зажигает. Что не сделаешь, чтоб шарму не запихнули? А вот этот хочет, чтобы его запихнули. Сам идет, видишь? Ничего. Обезьян, о, как нет. Где твой шарманчик? Мой смурфик. Задолбали эти смурфики, они повсюду. О, нет. Ой, еще один смурфик. О, нет, дед. Капец, он в шоке. О, я вижу. Наконец-то побрился. Бесплатно. И он думает, сколько мне выйдет-то? Фига себе, у него лютые дреды, лютые дреды. У него еще брови такие просто вообще. Нифига на себе. Вас-то не обязательно. Фига себе брови. Это ж мои. Пиздец. Покрасим. Тиктокером станешь. Бля, у него усы на бровях. Нихуя. Артур Морган? Бомж, Серега. О, Артур Морган. Ой. Мистер Бомбастик, бомба фантастик. Асу, асу, асу. Это марка казахстанской воды. Понял. Понял. Пипец. О, нет. А ведь мне это смотреть надо. Зачем? Попросили. А, бля, я думал второй раз. Ладно, похуй. Бля, мужик. А у меня тоже есть картон. О! Лучший отбеливаем канал. Репутацию. Я больше не хочу играть в баскетбол. Я хочу играть в хоккей. Американцы-то думают, они-то белых людей не видели, подумают, что призрак. Реально. Я типа, Серега, я случайно задел тебе руку, а ты там как это... Пипец, подстава лютая. О, это мой.
Блять, сейчас же взорвет. Блять, еще музыка эта шедевральная. О, понимаю. О, жареная картошечка. Ой. Это не жареная картошечка. Ой. Сейчас будет большая такая люстра красивая. Сейчас будет... Из проволоки. И мужика вместе к этому просто прилепить. О, нет. Жареные пельмени. Или вареные пельмени. Жареные. Гречка или рис. Гречка. Жить в луже. Или жить с первым, кто появляется, когда второе. Вы нажимаете поделиться в WhatsApp. Второе. А, WhatsApp, ну блин, ты пиши мне почаще. Сок. Сак. Сак. Майонез или кетчуп. Кам. Кетчуп. Подписаться на наш ТикТок и влиться в общество. Или подписаться на наш Телеграм-сопрос. И затрудняюсь ответить. Ноль. Жареные пельмени. Жареные пельмени. Ну-ка, нам это надо. Давай, давай. Сейчас кринж какой-нибудь даст. А, но один... Ну, я это реклама, ёбаный. Ого. Ага. Это реально? Нет, это новый сезон в этом Call of Duty. А, ну ладно. А, думал, их связали. О, Миша. А? Ой. Ясно. Пахом? Угу. Сейчас накормит его сладким хлебом. О. Это ты? Вот это я, да? Нет, это не ты. О. Лютый чел. Угу. Максим в ТикТоке только 5 минут видео, но пофиг, арбуз 10 минут. Так уже не 5 минут, Бонь. Блин, сколько лет уже я давно не был. Блять. Пиздец какой. Ой, страшный сон. А как спускаться-то? Давай, долби под собой. О нет, о нет. И вот такие подобные видосы у меня возникали на старой версии почти каждую, сука, ночь. Я могу тебе скинуть несколько страшилок. Нет, пока. Не хочу, нет. Наоборот, я пытаюсь. Ты Фредди Фазбер? Да, блин, мне эти фигурки были. О. Отпустите котят, живодеры. Овощи. Овощи. Фрукты. Игровой ПК или iPhone 15. ПК, игровой 100%. ПК. Учиться весь день или весь день гулять с первым, кто появляется. О, второе. Нажимаете поделиться. Второе, очевидно. От живодеры. Овощи. Овощи. Я не люблю шутеры. Игровой или iPhone 15. Учиться...
или... Ой. Вот вспомни в VR-чате, как ты в зеркало зашел. Данки Хат. Данки Шен. Ой. Как сплющило. Майнкрафт. Играть на компьютере или играть на консоли? Компьютер, на компе. Конечно. На компе хотя бы игры есть. Играть самому или с первым, кто появляется, когда вы нажимаете... Второе, очевидно. Чё, я один, что ли, буду там сидеть и лапки фурии не рассматривать? Ладно. PlayStation или Xbox? PlayStation. Xbox. Xbox говно. Зато там есть Game Pass за $1. Да, вон там сперма полетела. Фу! Блять. Почему красивые девушки не обратят на тебя внимания? Да потому что... Я так и не понимаю мемы. Я тоже. Картинка 2015 года и... А самое чувство, когда у меня было 650-е. 1, 2. Батл машу. Меня мама убьет. О, черный. Привет. Здорово. Что ж меня все греет? Я. Не обманывайте, у меня не из новой ревизии Бока, так что все. О, блин. А ты хуесоска ебаная в жопу, пидор. Какая хуйня, блин. Это да, это я видел. Борщ или пельмени? Пельмени. Собственный остров или собственная яхта? Лучше яхта. Там хотя бы оборудовано все будет, а на острове, ну блин, с деревьями там будешь ебаться. Да, наверное. Учиться весь год или уехать на отдых с первым, кто появляется... Второе. Ну, тут очевидно, второе, да. А мне придется еще 2 года учиться. Или бабушкины пирожки. Просто вот у меня бабушка давно умерла. Жиза. Обмануть или быть обманутым. Первое. Да. Ауф. $10,000. Или продлить жизнь своим родным на 10 лет. Второе. $10,000. Потому что на них можно как раз-таки продлить на 10 лет, а может и больше. Хз. Остаться на наш телеграм с опросами и голосами. Сомневаюсь. О. Классика. Приручение твари завершено. Успех. Что, я не буду смотреть, какой я к ма... Это... А. А попал ты блок?
Какая ты шаурма по знаку зодиака? Давай посмотрим. Я чур самая вкусная. Парашек. Ты так сладко. Дёнер кебаб. Дёнер. Блин. Медалька. Медалька. Дюрюм. А я кто? Двойка. Не, я буква Т с хвостиком. Циверка 69. А, найс. Боже. Вау. Школьная презентация просто. Головастик. Не. Бурито. Блин, хочу. Роспись. О, это я, роспись. Энчилада. Да, я блины жареные. Подкова. Это весы. Тако. Тако Белл. Змея. Это я. Тантуни. Хуйня какая-то с лимонами, фу. Звездные войны, блин. Крутая тактика. Так и... А. Ну да. А, да? А, да? Стой, подожди, а так можно было? Подожди. Стой. Стой, нет, ты не говори. Граната. Скибиди дом, yes. Скибиди дом, дип. Смурфик опять. Do you speak English? Пипец, разнесло в моську. Моська. О, нет. Ну да. Особенно утром, зимой, нулевой урок физра. Пипец, вообще страшно. Один в школу захожу, темно, свет еще никто не включает, вахтера нет. Поднимаюсь на второй этаж, включаю просто. Как в классике, как каких-то хорроров издалека свет моргает. Кажется, будто кто-то там стоит, а это учится. Мы специально не давали включать свет. Нам нравилось. Так страшно. Или... Лишиться одного пальца на руке. Да, Лейс. Первое. Упасть в деревенский толчок. Или подраться с гориллой. Я умру первое. В туалете, но лучше в туалете провалюсь. Игровой ПК. Или столько тысяч рублей, сколько лайков у первого из отмеченных. Конечно, ПК. Первое. Сходить на фильм «Оппенгеймер». Или на Барби. Первое. И то, и то. Отправиться в кругосветное путешествие одному. Или... Второе. Когда вы нажимаете «Поделиться еще». Второе, да. Я же один не выжил. Телеграм-канал... О, нет. Для баланса вселенной. Для баланса вселенной. Ой, блин. Это я, когда мы встретимся. Не надо стену возюкать. А. Я говорю другу, не проходить без меня, майн, там же это йо амеба. О, повезло. Спидран. Кремень найти. Да зачем кремень? Тут кровати достаточно. Так поджечь-то над портал. Железо есть. Нет, можно другим способом. Так. Лавы. О, повезло. Недостроенный портал. А нахуй ему столько обсидиана тогда? О, кремень, так делай, блин. А, что? Он огненный снаряд. А, возьму. Я не видел. Та-та-та-та.
Сис. Ой, блядь! Бедная штанга. Хеты для двоих, красные и белые. Не, я знаю лучший вариант. Но я его не скажу, чтобы не было таким спой. Куля-муля. Смотри еще геолокацию этого видео. Куля-муля. Ой, это что, отсылка на Доктор Стоун? Ебать. Ебануться. Это у меня, кстати. Бабушка. О, не, это как? Как достать? Я же не могу кликнуть. Действительно. Нет. О, no. Подожди, так сбоку меньше расстояние. Да не важно. Там вдруг барьеры. Сзади есть земля. Копай, ставь блоки, все. Там барьеры по-любому. Ай-яй-яй. Ну тут надо тайминг ловить. А он профессионал только потому, что у него блоки есть. Смотри, молния посреди дня. Погоди. Ладно. Чао. Ой-ой, мне страшно. Полуночные приколы для Валерки. Блять. О, нет. Да. Валера, а у тебя там это... Стоит-то подвох какой-то. О, no way. Кринж. Мил, сейчас давай второй присоединяйся. Ваня, ну ты что... Он. Всем привет, это тест на Сигму. О, давай пройдем. Ответ дается 5 секунд, погнали. Давай. Первый вопрос, самый лучший вид спорта. Да. Хобби хорзинг. Правильно, хобби хорсинг. И... Второй вопрос. Какое блюдо готовит четвертый палец правой руки после того, как вы сделали сальто назад? Драники. Верно, драники. Третий вопрос. Продолжите. Я Сигма крутой. Я Сигма. Видишь, я Сигма мой. Сигма. Четвертый вопрос. Арбуз, это что такое? Это рыба. Дыня. Это дыня. А, ну. Правильно, овощ. Блин. Четвертый вопрос, следующая сложность. Что сбросит мистер Бист уже завтра? 250 000 тонн тротила. Смысл? Нет. Сандали. Что может не находиться на балике? Мыльные пузырики. Волосы Шрека? Блин. Голда. Жесть. Блин. Мой вопрос. Что из этого фотошоп, а что реальное фото? Ген. Вот это. Реально. Совершенно верно. Вариант под буквой Г это Photoshop. Да.
Восьмой вопрос, следующая сложность. Какой гений придумал закон Архимеда? Сигма Сигма. Его никто не придумал, сам появился. Капец, очень сложно. Твою мать. Как реабилитироваться? Они начинают рычать. Да блин, вообще жесть. Они добры ко всем, лезут обниматься. Они добры ко всем и лезут обниматься. Десятый вопрос. Протан, ну, выбери клетку, чтобы выжить. Арам-зам-зам. Да-да-да-да, га. Выжили! 5 из 10. Ура, ты прошел тест на Сигму, теперь самое время узнать количество процентов. У меня 30%. Почему тут... А, это не я. Ты Даниил, да? Не палите меня. Никто не должен знать, как... Хорошо, ты Бонни. Это не хэппи, это этот... Как он называется-то? Другой, да. Другой мем. Да. Хэппи — это бананчик. Топ 3 лучших позы для секса на уроках с друзьями. А, для сна. Ну, все правильно. Это уже после, да? Угу. Второй, третий раз. Держи солнце. Держу. Только не ставь. А, точно, можно же печку заправить. Или... Ставь обратно. Да. Обратно давай. Сейчас ночь наступит. Пипец. Гений. Ой-ой. Постричься на лысо за 1,5 миллиона рублей. Первое. Или сохранить свои волосы. Первое. Первые волосы отрастут, а деньги просто так не будут. Стать сыном Илона Маска. Или стать сыном Мистер Биста. Второе. Да. Поехать отдыхать на море на 30 дней. Или поехать на море на столько дней, сколько подписчиков у первого из отличия. Первое. Пойти в школу или пойти на работу за 15 тысяч рублей в первое. Месяц. Первое, ладно. Просто прийти и уйти. Подарить цветы на 1 сентября учителю. Или первому, кто появляется, второе. Когда вы нажимаете поделиться. Второе. Подписаться на наш телеграм-сопрос. Ань, пойди сюда. Что? А где ты? Там палец. Спасибо, мужик. Загляни на нашу базу. Там тебе... Пойдем, питомник, пойдем. Ура, питомник. Гидрант, класс. Ой. Гениально. Бэкрумс. У нас такие же краники в школе, сука, были. Вот то... Вернись назад. Сука, вот точно такие же, блять, я ненавидел. Только в мужском туалете я... В женском проверял точно так же, и только, сука, в учительском туалете нормально, микро... потому что, знаешь что, их не было. Ну, я понял. На спина.